Сейчас по отделению, первое отделение получили. Одеваются, второе отделение. Ну, предупредите, когда командир входящий, первый очередь. Командир первый очередь получает, присмотрит там, нет, только парадная форма одежды. Это парадная, да, и парадная форма одежды, она хранится у нас в, ну, будем говорить, у каждого отделения. И там уже девки приехали. Не самое лучшее выражение. В смысле не самое лучшее выражение? Так, забрали. Как хозяй, чё? Я повесил туда. А, я сейчас зайду быстро. Так моё взял. Я следующий, да. Ну, твоё, наверное. Нет, не моё. Моё второе отделение. Я схожу туда на КПП и уже бабушка привезла. Я следующий. За продолжение пути оставлю позади свою беспечную свободу. Себе. От этой тихой и чужой темы, с которой я на ты, нам не стерпеть друг друга и до войны. Мне не добраться никогда, моя безумная звезда ведет меня по кругу. Не потерять бы в серебре ее одну. Румянец, Смирная! Внимание, товарищ, сейчас идем на генеральную репетицию по, значит, принятию торжественной клятвы, которая у нас состоится 20-го декабря всего года. Поэтому прошу соблюдать дисциплину, порядок, вот, и запоминать все, что где будет. Понятно? И как будет все. Вольно. Егор, ведите. ВВ, на генеральной репетиции торжественной клятвы к знамени шагам. Марш! Присяга – это церемония, при которой я принимаю законы, наверное, в военной жизни. Присяга – это когда ты клянешься перед флагом, то, что ты будешь верен своей службе. Перед присягой я чувствую отчасти небольшой страх, все-таки незнакомое. Отчасти гордость, потому что я понимаю, какую ответственность я на себя беру и что мне ее доверили. Соответственно, из этого исходит, что все-таки больше я чувствую гордость и радость. Присяга – это, ну, она же называется в нашем случае клятва. Это то, когда мы клянемся в верности нашей отчизне. Для меня это важный этап моей жизни, который, можно сказать, ее предопределяет. Равнее! Максим! Смирно!
Равнение на средину. Доклад директору. Директор здоровается с вами. Руки не надо поднимать, кадет. Присяга – это когда ты даешь клятву перед Родиной и своими товарищами. Клянешься любить свою Родину, быть достойным кадета Преображенского кадетского корпуса, служить России и хранить традиции Преображенского корпуса. Принять присягу, быть кадетом. Я думаю, это очень сложно, так как у кадета много обязанностей, он должен соблюдать дисциплину везде и помогать любому, кто понадобится, кому понадобится помощь. Присяга – это клятва, что ты будешь отдавать честь Родине и что не будешь обманывать никого. Равнение на лево. Сопровождаем поворотом головы знамя Преображенского кадетского корпуса. Никто не шевелится. Я знала то, что тут будет все намного строже, чем в обычной школе. То, что здесь хорошие ребята, в отличие от школы, то, что старшие относятся к младшим намного лучше. Один раз, когда я гуляла по улице, там группа подростков избивали, наверное, своего одноклассника. Я, странно не звучало, а ушел. Чтобы не получить самому, да. Теперь, да, я хочу исправить эти проблемы. Мне предложил сначала папа. Я очень загорелся этой идеей. Но через месяц папа подумал, что я не смогу, потому что мы съездили на день открытых дверей. И увидели, как тут сложно, тяжела жизнь. Но я в будущем доказал папе то, что смогу, и мы начали сдавать экзамены. Брат служил в армии, пришел домой, и мне захотелось тоже служить. Тем более с детства люблю оружие. Хочу приобрести самообладание, поменять отношение к людям, стать немного ответственней. Военная подготовка лучше. Тут и тир, стрельба. На самом деле очень много кружков, которые можно посещать. Ну и, наверное, учеба на хорошем уровне. Поначалу, да, страшновато. Ведь, как обычно, незнакомое место, незнакомые люди, незнакомые правила. Но еще немножечко времени прошло, и мы тут все обосновались, чувствуем себя как дома, в комфорте. Борьба с терроризмом. Появление шпионов, охранение наших границ. Я с детства знаю с профессией шпион и подумал, что было бы интересно заниматься этим. И спросил у мамы, где учат шпионов. Она ответила, что в Академии ФСБ и СВР. Шпион – это человек, который добывает информацию в других государствах. Ну, если по простым, то это, естественно, математика, русский, ну и физика недавно добавилась. А если относительно кадетского корпуса, то это стрельба. Ну, в нее входит и собирание автомата, и сам тир. А также самбо, наверное.
Я считаю, что патриотизм – это то чувство, которое заставляет нас жить в этой стране, заставляет нас любить ее, заставляет нас дышать местным воздухом. И, естественно, заставляет это делать, ну, в хорошем смысле этого слова. То есть благодаря патриотизму мы все здесь живем и радуемся. Любовь к родине. Никогда просто не предавать ее. Не любить другое что-то, смотреть на чужое, а любить то, что свое. Где ты родился, где ты жил. Любовь к родине – это то, что нельзя почувствовать, то есть купить. Любовь к стране, любовь к людям, которые ее населяют. Потому что родину очень любят и хотят, чтобы она, так сказать, процветала, как-то развивалась. Любовь к родине – это необъяснимое чувство человека к месту, где он родился, и он готов отдать за родину все. Патриотизм – это когда ты… Это очень связанные вещи с любовью к родине. По сути, это две неразлучные вещи. Без любви к родине не бывает патриотизма. И того без другого. Вот.
Я собираюсь пойти на военного юриста, чтобы решать проблемы с правами других людей. Ну, то, что если права человека будут нарушены, я хотел бы их решать. Ну, я хочу поступить в ФСБ, оттуда пойти в спецназ. Ну и в будущем уже буду участвовать в всяких операциях по антитеррору. Вряд ли военным, так как не очень люблю военное дело, но, опять же, если меня призовут, то я готов выполнить свой долг перед Родиной. Хочу стать служащим ФСБ. Генерал-майор. Ну, можно и больше. Можно попробовать генерала армии. Офицерскую честь. Мы России сыны, наша Родина здесь. Безопасность большой и великой страны — это наша работа, и мы ей верны. Мы достойно храним офицерскую честь. Мы России сыны, наша Родина здесь.